Итак, мы приступаем к обклейке подлокотника поролоном. Первое, что нужно, это нанести клей. Я наношу клей с помощью распылителя. Вы, если выбрали универсальный клей, наносите его равномерно на поверхность. Итак, мы нанесли клей на подлокотник, теперь можно ложить на него сверху поролон. Я советую вам начинать ложить поролон с лицевой части подлокотника, вот, чтобы он был у нас снизу за подлицо. Закончили с обклейкой поролоном подлокотника, но единственное, нам не хватило вот сюда кусочка, так как общая длина подлокотника у нас 2 метра 20 сантиметров, а длина листа поролона 2 метра. Нам не хватило сюда вот 20 сантиметров. Мы вырезаем из остатков вот такой вот кусочек, который сюда подойдет, и просто аккуратненько его приклеиваем. Все, подлокотник обклеен.